Так, подожди минутку. Подожди, я сейчас тут подключу, чтобы видно было хорошо. Ну-ка, 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 сейчас посмотрим еще такое там. Ну вот тут у меня не срабатывает. Господи помилуй. Во, кое-как включил. Ну и что? Это вот стало? Телефон. А... Два телефона купила. Прекрасно. Хорошие телефоны такие, прям это, Samsung, такие же, как у вас. Так, а это, симка поместилась? Все работает, все контакты на сим-карте. Мне позвонили, вы меня хорошо слышите? Я хорошо слышу. Мне позвонили с сервиса, сказали, что клавиатуру они сделали, но экран не работает. В общем, я им сказала, заберите себе его. Да нет, забудь, если он не нужен. Если не работает, она им не нужна. Пусть мне отдадут. А сколько они за так работу просят? Так туда ехать еще нам зачем? Нисколько. Забрать надо, забрать надо. Это у меня а зачем он нам? Памятник для меня. Пусть а, ну потом как-нибудь. А что клавиатура, не, как клавиатура? Это, ну переключать-то можно там, чтобы видно, что кто говорит? Ну нет, не видно, не работает экран-то. А, ну ладно. А это да. Заложила на эту? Проверила там? Деньги? Ну все у него работает. Эти, книга, да, вот она, все контакты, вот они. Так. Видите? Я вижу. А вы знаете, как узнать, сколько это там на счету лежит? Да-да, знаю, сейчас. Ну решетку там делай, там это, потом 102 и другую там, и... У меня что же Билайн? Ну давай. Сейчас. Узнай, что там лежит. И напиши сколько, не говори, а мне черкни тут. Ладно. Хорошо, до копейки точно. Да-да, ну то, что вы говорили, такая сумма и есть. Такая, да? Ну, значит, да. Еще ну, чуть все. Больше. Это хорошо. Чуть побольше. А второй, который взяли два, тоже работает? Вот он, да, он тоже отлично работает. Вот он черненький. Да, во что обошлось? Не скажу. Вы мне дали уже денег, все. Посмотрите, у вас зарядка. Да. Вот. А зарядка? Зарядка. Моя зарядка подойдет? Да, потому что они без зарядки. А как? Ну, нет у них, не было. Либо купить можно, либо ваша. Да а моя-то целая. А когда я получу домой-то? Когда? Ну, сейчас подумаем, когда. А ну-ка подумай. Ну, как сказать? Как можно скорее. Завтра, может быть. Ну, ладно. Так, сейчас я. Так, это, я хотел спросить, вам картошка нужна? Нет, пока. А почему нет? Что, вы разве картошкой не пользуетесь? А у меня из деревни. А-а-а. И они прям такие, это, о, как сказать, прям, ну, в отличие вот от того, что мы хотели купить, какую-то какашку мы с вами хотели купить, а вот этот такой хорошенький. Ну, а как туда легко вставлять симку-то? Открывается крышка? А, все открывается, все легко открывается. Ну, сим-карта... скорее, давай сюда, ой. Даже у него, как сказать, его приятно открывать, он такой прям это, ну чудо. Вторник завтра. Завтра вторник, да. Ну да, мне никуда мы не торопимся, ничего, просто так, а с этой. Да. Ну все, прям это, чудесные телефончики. Ой. Ну вот, а покажите свою зарядку к камере вот так вот, разъемчик. Давай. Чтоб я сразу... Купила, если это не подойдет. Вот, смотрите как. Разъем. Ну, разъем. Нет. Вот. А вы же не к камере под это. Камера, где камера? А, вот. Ну, слушайте, должна... Я маленько растяну ее здесь. Вот ее прямо. Ага, должна подойти. Ага. Ну, по-моему, такая. Вот она какая. Так, а эту дырочку покажи. А, телефон-то мы там же. Ну, это, ну, вроде она же, да. Ну и хорошо. Вроде молодец. Да.
А я тут картошку перебирал. Ты думал, что я вам картошкой рассчитался? Картошка? Ну потом, вы ее сохраните, я потом заберу. Да как потом? Вот сразу я отдам. А мне просто мама с деревни-то, это, у нас же, видите, сейчас хранить-то негде. А-а-а. Мы же там вещами-то. Всё, ну все тогда. С Богом. Так эти люди-то, которые, которым поехали-то, которые владели этими-то, они довольны, что рассчитались-то? Конечно, довольны. Довольны. Хорошие люди, да? Ну, он говорит, я сам с этими телефонами ходил. Он, по-видимому, продает их, и ему это приносят их. Он говорит, у меня много там, хотите, я вам другие дам? Я говорю, нет, мне раскладушки нужны. Он, а, ну все, тогда забирайте. А то других у него раскладушек не было? Ну, не было, только такие. Вот это мне надо, потому что мало ли что будет, а я без телефона-то... Я вот два взяла специально для вас. Ну, молодец. Ну, два хватит. Да. Я еще могу сказать? Все. Молодец. С Богом. А они в одних руках были, эти оба телефона. Все. Давай как-нибудь. Если еще, ну, не торопишься, так сходим на мост погуляем. А, ну да, можно. Ладно. Все, давайте. Ну, надо погоду надо, чтобы это тепленько все. Еще на улицу даешь. Хотел сразу сказать, телефон-то настольный-то. А уже уехали вы. А, ну... Я вам по скайпу звоню, чё мне? А, ну ладно, это хорошо получилось. Да, вот. Я доволен. Я в машине. Да, я тоже довольна. Ну, мне прямо даже самой нравится. Вот мы ходили-то там, не зря ходили, иначе бы мы надеялись на них. Теперь мне надо думать, какой лучший вид оплаты интернета потеряете мне. В прошлом году я мучился сильно. Вот остается, я экономно работаю. Одну только четвертую часть денег и стращу, они до 28-го, остальные все пропадают и опять нечем. Это безлимитный. Это безлимитный интернет. Он такой есть. Ну как это? Ничего не сделаешь. А потому что если вы будете пользоваться им, он будет дороже намного. То есть сколько там. Я пользуюсь своим компьютером, не какие-то там другие. Вот это, что сейчас работаю, я его вожу туда. Ну, надо просто блокировать вовремя как-то, и все. А здесь его блокируют на 4 месяца, а там я плачу. У меня там тарелка наверху. Надо просто платить, небольшую сумму надо платить, чтобы у вас не оставалось. Сколько? Минимальное сколько? Я не растрачиваю. Я только работаю, допустим, один час. Ни разу по скайпу за все лето ни с кем не говорил. Очень экономно. Да. Ну, можно и такое. Ну, посмотрим. Ну, у вас там мегафон, говорят, в Потеряевке. Ну, я как это мегафон? А мне причем мегафон, когда у меня настоящий компьютер? У меня процессор, нет, монитор. Связь, мегафоновская связь. То есть вот вам, как Евгений, сим-карту эту мегафоновскую отдаст, и все. Там просто тариф выбрать. И это... Мне Володя тут навыбирал, что я толку никак не дам. Ну, в прошлом году я маялся ужасно как. Прямо а вам зачем интернет? А? Ну, там вам зачем интернет? Ну, ладно, надо, Игорь приедет. Они платят за полгода. А мне-то полгода зачем? И платят там... А вам там зачем интернет? Вы что будете делать? Там, в Потеряевке. Закачивать ролики так же? Нет, я ни одного ролика не закачал за все лето. А что будете делать? Только ставлю, готовлю. Готовлю, которые есть. Отсылаю, администрация ставит. Ну, вам для роликов нужен интернет в Потеряевке? Да. Ну, то есть это каждый... Я их обрабатываю, когда где-то здесь, ну, перекачиваю то, другое. А потом, когда она это поставит мне, я тогда там название все это смотрю. Ну вот у вас за перекачки тоже же там эти мегабайты-то тратятся. А что, какие? Это же компьютер работает, а не интернет. Я же отсылаю на диски. Вы же скачиваете. Кого скачиваете? Скачиваете с компьютера, с этого, с видеоаппарата. Я ниоткуда не скачиваю. С интернета я не скачиваю ни одного ролика за все лето. И вообще я не скачиваю.
Ну тогда вы мне скажите, зачем вам интернет? Ну как зачем? Я смотрю, наблюдаю там, какие пакости, я все убираю, я очень внимательно слежу за всем. Вот смотрите, вы загружаете YouTube, заходите туда, все, мегабайты я пошли. Я не загружаю, я загружаю с аппарата, я скачиваю на рабочий стол, это к интернету не относится, а потом на отдельный диск, и за неделю потом отправляю Игорю в отдых. Не, ну вы заходите в YouTube, это уже пошли мегабайты. А сколько там за то, что я зашел-то? Сколько? Тем более, ну, если вы говорили ночью дешевле, я в основном-то захожу ночью. Мне надо бы как-то тоже, чтобы это учитывать можно было. Там просто смотреть, да, на ролики смотреть? Да, я смотрю и убираю, которые там, ну, разные комментарии, пакости, матерки, все. Я не ставлю и не скачиваю. Ну, можно попробовать такой, и, то есть там, сколько вы... Положено 17 гигабайт. А у меня получается за месяц я истратил из 17 только 4. Да нет, это 17, вы на это не смотрите. Это как бы максимально. Вот мы с Надеждой Васильевной, ей подключили такой тариф. Сколько она истратила, столько и заплатила. А она одну картинку посмотрела, у нее 20 рублей списалось, представляете? Просто одну картинку она посмотрела. Я вот у нее была, мы часа три, наверное, сидели с этими тарифами, и у нее, я положила ей 100 рублей. И пока я там сидела, там несколько картинок скачалось, и что-то там, ну, в общем, около 60 рублей мы с ней стратили. Это в деревне? Она говорит, это в деревне? Нет, вот, да это не важно где, это за количество мегабайт. Да то нет, есть это очень долго. Большая разница. Вот у меня здесь сколько там, ну, 600, что ли, 550. Я сутками могу здесь работать, закачивать, и все в эту сумму заходит. Но это безлимитный, и он списывается каждый день. Это безлимитный, все правильно. Поэтому у вас такой и будет интернет безлимитный. То есть с вас каждый день будет списываться. А вот смотрите, у вас денег нету, например, да? То есть у вас истратилось, у вас денег нету, все, вы не пользуетесь им. И вот сколько не пользуетесь, потом опять закинули деньги, опять они списываются каждый день. Это такая система. Ну, здесь-то нет этого. Мне вот закинули, допустим, на полгода вперед там спонсоры, и получается в среднем 550, а я сутками же сижу, не выключается. В городе совсем другое дело, чем там. Абсолютно. Да вы не смотрите. Ладно, я приеду, вам все расскажу. Я прям нарисую схему. Да я даже без схемы не знаю. Здесь в городе я доволен, а там недоволен. Там обман спрашивай. Ну... Обман. Люба, положи деньги, 500 рублей. Даже не заходила. Подожди. Опять нету. Так я вот сейчас, вот я уеду в Потеряевку, у меня будет то же самое все. То есть у меня будет тот же оператор, тот же тариф, те же деньги с меня будут списываться. Это все одинаковое, у нас же регион-то один. Мегафон вы здесь, вот вы... Никак не один. Никак. Да я один не знаю. 28 каких-то дней, я тут вообще не знаю времени какое. Ну, это вы просто как бы немножко не так понимаете, как это. Ну, ладно, это мы... Понимаю, но деньги-то с меня здесь положено, 550, так и идет. Если я не захожу сюда и захожу, тут разницы нет. За месяц, все. Ну вот вы берете, вот этот вы интернет берете с собой, все, и там у вас он идет. А там он никак не идет. Я все беру свое, а интернет этот никак, говорит, не возьмешь. А потому что он там, по-видимому, у вас оператор плохо работает. А какой у вас оператор на интернете, не знаете? Не знаю. Билайн, Мегафон, МТС какой, не знаете? Еще не знаю. Я знаю, там обман, вас... обман, сущий обман. Главное, не месяц, а 28 дней. Я просто вижу, как они сидят там, эти живоглоты, и придумают. Ну, не это, как сказать. Мы думаем, как по одному, оно все на самом деле по-другому. Ну ладно, завтра. Я не использовал, которые деньги-то. Почему они мне дальше не продолжают, а просто убирают и забирают, грабят? Здесь. Это везде так. Нет, у меня так же. В городе-то этого нету. Я положил. Это не зависит. У меня абсолютно ровно идут. Зависит от тарифа. А. От тарифа зависит, а не от города. От тарифа. За месяц я плачу столько-то, и все. Я тут сутками сижу. А там не так.
Если вы возьмете вот этот интернет, и он у вас там в Потеряевке будет работать, у вас будет абсолютно то же самое. И никак, но единственное поговорить надо. ну Узнайте. все ладно Вот придет, кому звонили сегодня, он завтра будет тут. Я говорю, что, как сделать, чтобы так было. А там, если вот так вот, как безлимитно, там очень дорого, не как в городе. Я Игорь стал говорить, как у тебя? Он говорит, а мы за полгода. Берут только за полгода. А здесь я на один могу, говорится, день взять. Ну, ладно, ладно. Я спрошу потом. Все, с Богом. Давайте, с Богом. Благодарю. Комна хаус.